предсказать, вот, посмотреть на человека и сказать, вот сейчас у него все хорошо, извини, пожалуйста, а что его ждет в дальнейшем? То есть насколько аллопеция предсказуема? Да, она предсказуема, потому что на этой картине мы можем увидеть коричневые ореолы вокруг луковицы. И таким образом мы будем понимать, что луковицы уже начинают болеть. Мы можем видеть желтые пятнышки, мы можем видеть красные точечки. Это следы от фолликулов, которые только закрылись. Мы можем увидеть уже закрытые фолликулы, которые уже не работают. То есть в норме у человека волосы, находящиеся в стадии роста, это 90%. То есть если мы, как здесь, мы оцениваем плотность волос, и мы видим, что у человека явно меньше 90% волос находится в стадии роста, то мы таким образом можем сделать вывод о том, что у него волосы уже истончаются, и, соответственно, ему грозит облысение. Угу. Скажите, пожалуйста, а для человека что может стать, вот, без похода к специалисту, что для человека может стать, скажем так, тревожным сигналом? Угу. Есть очень простой способ, который можно сделать дома, это потестирование, это пул-тест. Вот, то есть человек берет волосы и вытягивает. Если вот в основном это височная зона, потому что здесь легче вытягивается. То есть если у человека в руках остается больше 5 волос, то есть это уже тревожный знак. Ну и есть вот стандартные показатели, что в день выпадает от 50 до 80 волос. То есть если выпадает больше, то человек должен уже подумать, что не так. То есть может быть это дефицит витаминов, может быть это стресс, действительно, с этим тоже надо бороться. Может быть это аллергенная аллопеция. Угу. Может быть это просто